Вот какая интересная дорога у нас. Обходная. Снег еще лежит на снеге. Сегодня 23 апреля. Вот такие мы чистые. Начинаем наше путешествие. Так, вот полная коробочка людей. Младший уснул. Все счастливы. Помоют нас, нет, тут есть там все. Не побоятся они нас мыть таких, да? Да, нечего. О, верба какая-то. Верба. Приезжай, пожалуйста, да? Не жалко. Тут вроде не стоит бояться, потому что тут камешки были. Так, мы снова все умыли, только теперь в прямом смысле. Все машины мыли. Заодно перекусили тут. Все довольны еще больше. Да? А никто не видит, как мы едим. А что-то... Ага, зад, сейчас еще замудить. Зато никто не видит, как мы едим. Как мы перекусываем. Наверное, столько грязи нередко видят. Добрались мы до нашего пристанища. Thank you.
все пиво пьем новое, не отравили ни плода чудодея мое, но не пление источника, и здрава дождища Христа, о нем же утверждаемся. Oh,
Престри, Господи Иисусе Христе, наедине брашен и дястись, и я, як уже светилось и овна, и Боже, ты приведи, и мы, Авраам и Агнеца, и Боже, ты Авель принеси во всеплодие, так уже, и Тельца упитанного, и Боже, заклати, повелилось и Сына, и Твоему заблудшему, и паки возвращающемуся от Тебе, то я уже то исподобище Твоей благодати, насладитесь и сицей освященной от Тебе, и благословенное воспринимение брашное всех нас. Ибо есть истинный брашный и датель благих и Тебе славы Своей, Отцу и Сыну и Святому Духу, на Христе во веки веков. Аминь. Господа помолимся. Господи помилуй. Владыка, Господи Боже наш, Создатель и Творче всех, благослови млеко и с ним же яйца, и что еще? И куличи, и так, и нас соблюди в благости Твоей, якода наслаждающийся сих Твоих, независимо подаем и даров насытимся. Нет, не смерти у нас нет наступи. И гробным живот даровал, Христос воскресил, и из мертвых смертью на смерть наступи. И гробным живот даровал. Всем добрый день, мы приехали в бассейн с ребятишками, очень радостно. Сейчас это вещи таскаем, все распаковываем. Я думаю, вообще будет здорово, прям отлично. О, не понял. А где дверь? Это какой-то сбой в матрице, дежавю. Матрица нас преследует. Валим отсюда. Давай, машина. Так, Иринейка плавает. Всем привет, это бассейна, да? Так, Евтиша плавает. Варлуша ныряет. Господи, благослови. О, он даже не утонул нисколько. Назарий, пойдешь? А что, Назарий, иди в этом в кругу. Иди давай. Варлам, иди, дай мне. Правда, он это. Назар ныряет. Господи, благослови. Давай, загадывай. О, молодец! Молодец! Все, давай, вот теперь вот учись вот так. Вот собачья, давай-ка. Как жучка. Счастливый такой. Давай. Давай, с Богом. Давай. Ну. Давай, Гоша, собирайся. Не боись. Не топит. Ну чё, молодец.
железной дороги. Это насыпь возле железной дороги. Проезжали через глубокую лужу такую. Запаска отцепилась, и Назар говорит: папа, папа, тише. Ты говорит, без колеса едешь. Я уж испугалась, и слава богу, что-то просто запаска отвалилась там. А мы думаем, а как мы едем-то без колеса? Да, вот так вот бывает. Приключения с нашими дорогами. Когда вы поехали-то, думаю, посмотреть, какие разнаряжены. Глянула, машины нету. Папа говорит, так во сколько, 11:00. Да сроду, говорит, ну, уезжали 00. Вот, все четко уехали. А, он так и был. Вот дом родной. Говорят, ночью снег был на Пасху. Ну вот, мы даже не шибко грязные. Ну, он, видно, снег. Молодец.